Так, тут где-то заезжал я. Садку. На ЛТ-10, конечно, еще проще это делать. Как испугался. Там не увидел никого странно. Хэви прям испугался, дальше даже не поехал. Ладно. И чё, и чё? И чё ты сюда смотришь? Чё увидел? Блин, как хэвика в лоб пробить? Нужен гайд. Ребят, загуглите кто-нибудь гайд по пробитию хэвика. Маус образовался. Лол, ну это уже в борт было, ну несерьезно. Ну это вообще какое-то... Я не знаю, издевательство. Мне кажется, меня троллят. Хэвик это танк, который невозможно пробить. Так, 62-ку. Пошли. Вот смотрите, я сейчас пробью. Ура! Первое пробитие хэвика в этом бою. Несмотря на то, что стрельнул я по нему много раз. Причем у меня 30 снарядов, и я стреляю почти всегда наверняка. Почти всегда с фулл сводкой. И... Ну, хэвику как бы по барабану моя фулл сводка. Эвику как бы вообще все по барабану. Блин, не надо на 500. Попросил же, не надо. Зачем стрелять, а? Вообще в игру играем или нет? Все, отворачивай свой хоботок. Вот башни 210, у меня 280. Все нормально. Убивается. Должно, надо срочно убить Мауса, потому что мне сейчас уже сзади будет распиливать. И теперь убили Мауса, и я теперь могу так вот спокойно свешиваться. Конечно, я под артой. Это единственная проблема, пожалуй. Сейчас. Ну, большая такая проблема. Мать. У тебя сзади танк еще. Да, тебе еще назад надо смотреть, представляешь? Ну, не задача, не задача, согласен. Очень тяжело. Как бы и вперед, и назад. А, там я в какой-то экранчик дал, да, или что-то того. Ну, сейчас-то наверняка. Арту боюсь. Реально, вот кого-кого, арту боюсь. Боюсь, что хэвик развернется, психанет и именно в меня выстрелит. Блин, зря спустился, сейчас бы добивал. Окей. Все, как бы побеждать надо. Возможно, сможем. Несложно, но можно. Например, забрать ТБ-ху. В моих силах. Что еще в моих силах? Сдохнуть от арты. Да, могу. Так, арта обнаружила себя. Боится. Ты поедешь вперед? Уезжай. Думал, такой типа за елочкой спрятался и все. Но нет. Нифига подобного.
Блин, я, наверное, не отсветился для арты. Она видела все мои эти перемещения. На 370. Как тебе? Ого, тут 30 б. Доходит в спину пацанам. Как не стыдно вообще. А спином стрелять. У-у-у, крысюк. Не знаю, где там 62, но я надеюсь, что он на меня забил. Примерно так и есть. Ладно, сейчас уже не, она не нужна, надо спускаться. Ехать за артой 62-кой. Пока здесь разбираются с этими. Так вообще 62-ка мне, если повезет, на 2 шота. И только если повезет. 90. Воу-воу-воу, не перевернуться бы. Это был трюк. Цепранк. Так, вопрос. Сначала за артой или сначала за Е4? Я выбираю Е4, если, конечно, он меня не будет убивать. Там 62-ка фуловая. Лучше попытаться нанести побольше урона и сдохнуть от арты, чем поехать убивать арту и не настрелять ничего. Так, у меня еще целых 6 снарядов имеется. 6 снарядов это немало. Заряжу кумулятив, пожалуй, на 62-ку. Потом под калиберами арту буду. Так, арта не у меня стрельнула, это уже приятно. Это всегда приятно, так. 6-2. Я ожидал что-то подобное от него, но не думал, что это так быстро произойдет. Так, аж руки трясутся. ЛТ-10, хороши, ждите нерфа. Чувак, у меня до этого стрима было по 2500 урона среднего на этих танках. А на СТ-шках по 4000 среднего урона. Не думаю, что тут возможен. Нет, ты, конечно, молодец. Все такое, но... Давай еще и тебя убью. Как тебе будет такой вариант? Ай, не туда попал. Ну, если ты тоже не попал по нему. Последним снарядом. Я Фадина еще нафармил. Это был мой просчет. Ну, точнее, я просчитал все и такой думаю, нет, надо сначала его в каток, если он не попадет в упор. И тогда я получу Фадина. По-моему, отличный был план и превосходная реализация.